Валентин Казаков опять не мэр. Сегодня городского голову Северодонецка вновь сместили с должности. Третий раз за 2016 год. За его отстранение проголосовали 25 депутатов из 36. Напомним, в последний приход Валентин Казаков продержался в кресле градоначальника немногим более 2 недель. Свое восстановление в должности тогда он добился через суд. На внеочередной сессии Северодонецкого горсовета, которую собрал секретарь Игорь Бутков, многолюдно. Из 36 депутатов пришли 25. Третий раз за этот год на повестке дня смещение городского головы. Сам Валентин Казаков на заседание не пришел. Данный проект решения возник после получения городским советом обвинительного акта в уголовном деле. И знаю, многие знают про презумпцию невиновности в уголовном процессе. И считаю, что за факты, изложенные в данном обвинительном акте, городской голова должен отвечать политически. Я призываю всех проголосовать активно и раз навсегда высокосный год отправить человека на пенсию. Голосовали тайно и 25 голосами отстранили Валентина Казакова от занимаемой им должности. 22, 23, 24, 25 бюллетеней. В принципе, для голосования было нараховано 25 бюллетеней. Из них признано недійсними 0 бюллетенів. За рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Казакова Валентина Васильовича проголосувало 25 депутатів, проти 0. В понедельник апаратне совещання проведет секретарь городского совета Игорь Бутков. Анастасия Волкова, Александр Буряк, події.